Пожар на складах Вычни полностью потушен, об этом отчитались в Минобороны, а жители ближайших сел уже начали возвращаться домой. Не дожидаясь помощи от властей, люди ремонтируют дома самостоятельно. Как они справляются и кто им помогает, видел Даниил Снисер. Военный городок у арсенала с боеприпасами. Большинство жилых помещений здесь сейчас имеют именно такой вид. Выбитые двери, разбитые окна. Люди жалуются, никакой гуманитарной помощи они пока не получали. Приїхали додому, а в квартиру зайти не можна. Саме бачите, що тут твориться. Двері в нас повністю випали і на ту сторону. А зайшла в квартиру, саме бачите, що робиться. Вікна повибивані, штори пообрівані разом із палками. Жителі воєнного городка сьогодні вперше після початку взривів вернулись в свої дома. Вставляти стекла люди планують собственними силами. А от де ночувати в ближайші дні і чим питатися, поки не знають. Немає газу, у нас ні світу немає. Тобто люди голодні, немає ні нагріти, нічого. А ніхто нічого не підвозив, хліб там? Оце, що вам дали, кажуть, вчора відкривався один магазин, а сьогодні я це не знаю. Все. Нема гуманітарки, щоб здавало, ходило там, провіряли. Нема де нікого. Во второй половине дня нашей съемочной группе удалось попасть в частный сектор вблизи воинской части. Между домами и артскладом максимум 300 метров. Территория со всех сторон оцеплена блокпостами. На некоторых улицах до сих пор тлеют остатки жилых домов. Поселок Августовка пострадал от взрывов больше всего. Именно сюда пришелся основной удар взрывных волн. Тут осколками боеприпасов полностью уничтожены 4 дома. Под удар попала и недавно построенная усадьба Александра. Мужчина работает в воинской части. Его двухэтажный дом теперь не пригоден для жизни и ремонту не подлежит. Во время первых взрывов в крышу угодил бетонный блок. Это с территории прилетело из бетонного хранилища. Вот это бетон из хранилища прилетел. Это с территории. Вот это пробил крышу. Вот это, смотрите, крышу пробил. Вот это все выбил. Вот это сюда. Вот это нарушил все. Вот это стены все пошло. Такой удар. Спив то не весуючи. Та ніхто нічого вже не каже. Ніхто вже навіть не обращався. Аби хтось хоч приїхав. Ну, волонтери там, спасибо, заїжджали. Такі, оце ви приїжджаєте. А так ніхто не приїжджає. Кому ви нужні? Взрывы со склада были слышны сегодня целый день. Уже ближе к вечеру их количество уменьшилось до 2-3 в час. Местные чиновники уже начали инспектировать поврежденные дома. Немало работы и у саперов. Они продолжают исследовать 16-километровую зону поражения. Неразорвавшиеся снаряды находят прямо во дворах домов. До утра в районе обещают дать свет. В эти минуты специалисты восстанавливают поврежденные линии электропередач. Даниил Снисер, Владимир Самченко. Подробности. Телеканал Интер.